Ты где руку отморозил? А, с похмелья! В морозильнике пиво искал. Слушай, Петруха, одолжи денег. Да ты что, Дмитрий? У меня и так нервы ни к черту. А тут еще все время у тебя думай. Деньги на дух не переношу. Металлические деньги противно звенят. Бумажные деньги мерзко шуршат. Поэтому стараюсь любые деньги быстрее перевести в жидкий эквивалент. Если захотите меня послать, знайте, что я ленивый, поэтому вам придется меня туда отнести. Ты чего такой грустный? Да, вчера звонил какой-то дятел и грозился уши оторвать, если я от его жены не отстану. А ты отстань от нее? Ну так этот дятел не представился. Вы верите в наших футболистов? Я атеист. Встречаются старенькая-престаренькая российская подводная лодка и тоже такая же старая штатовская. И капитан спрашивает нашего: коллега, твоя развалина хотя бы 15 узлов даст? Капитан спрашивает у боцмана: ну что, дадим? Боцман говорит: не вопрос. Смотрят, так и есть. И еще движок не слышно. Американский кэп удивился и спрашивает: а 30 можете дать? Опять спрашивает: боцман, дадим? Тот говорит: наверное, попробуем. И тот опять же тот же результат. А потом спрашивает: 40 дадите? И 40 тоже дали. Американский кэп удивился в истерике и спрашивает: а 70 можете дать? Наш капитан говорит: боцман, 70 можем дать? Боцман говорит: но боюсь, у гастарбайтеров власти послетают. Подписываемся, кликаем на колокольчик.